Раскраска с мимимишками. Темно-серый, оранжевый, бежевый, коричневый, красный, желтый, розовый, зеленый, голубой. Здравствуй, Кеша. Мы с лисичкой слушаем, как птицы поют в вышине среди зеленых ветвей безбрежного леса. Ерунда! Птицы не общаются! Они только чирикают и кукарекают. Цыпа не даст соврать. А мне кажется, они разговаривают. Вот бы понять, о чем. Нет проблем. Схожу, изобретут переводящую машину. Тогда вы поймете, что птичий язык – полная бессмыслица. Или поэма невиданной красоты. Темно-серый, оранжевый, коричневый, бежевый, желтый, серый, красный, синий, фиолетовый, зеленый. Странно. Как-то стало тихо вокруг. Комары не пищат, лягушки не квакают. Ну и отлично! Наконец можно будет послушать цапель. Кеша, а цапель это... тоже нет. Как же так? А где все цапли? Так, сейчас разберемся. Вот, свидетель обнаружен. Сейчас эта подозрительная сова все нам расскажет. Сова, признавайся, что тут у вас на болоте творится? Куда ты подевала всех цапель? Цапли улетели искать еду, ведь все лягушки ушли с болота. А куда ты подевала всех лягушек? Исчезли комары, исчезли лягушки. Лягушки питаются комарами. А, природная пищевая цепочка. Мы ее нарушили. Оранжевый, коричневый, бордовый, красный, желтый, зеленый, темно-серый, синий, розовый, темно-синий, голубой. Квак-квак, Квучка! Раз лягушки едят комаров, квак-квак, комары должны их катастрофически бояться! Слышите? Лягушки квак-квак возвращаются! Ура! Значит, и цапли тоже! Прыгайте за мной! Квак-квак-квак! Ты это тоже видишь? Ты про этих чудаков в масках лягушек? Ага, интересно, чего им надо? Кто их разберет? Никогда не считала медведей существами разумными.